2448 год от сотворения мира. Нас хотели поработить. Но у них ничего не получилось. Так появился праздник Песах. 3406 год от сотворения мира. Нас хотели уничтожить. Но и у них ничего не вышло. Так появился праздник Пурим. 3595 год от сотворения мира. Нас хотели изменить. Но у них тоже ничего не получилось. Так появился праздник Ханука. 5705 год от сотворения мира. Нас хотели полностью истребить. Но по милости Всевышнего им это тоже не удалось. Так появился праздник 26 Ияра. День спасения и освобождения.